время как начальник опозорился в Фейсбуке, его подчиненные продолжают брать взятки. Следователя киевской полиции задержали в момент получения 100 тысяч гривен. Операцию проводили совместно сотрудники СБУ, прокуратуры и внутренней безопасности нацполиции. Взяточника задержали прямо возле райотдела. За щедрое вознаграждение полисмен пообещал жителю Кавказа вернуть украденный автомобиль, который до этого полицейские изъяли как вещественное доказательство.